Юр, расскажи-ка про стол нам, который... Да, всем тем. Где-то клик-клик, да? Всем тем, кто говорил, что охотиться нужно деревянные табуретки, посвящается стул Кобелас Northern Fly. При охоте на птицу, на водоплавающую, нужно контролировать ее поведение в воздухе. А чтобы контролировать, нужно ее видеть. И на этом стуле вы можете спокойно вот так вот вращаться вокруг своей оси, когда птица ходит на кругах, манить ее, отстраиваться под нее. Красота, и да. В любой момент, да, встать и с любой позиции с удобной стрелять. Бывает, когда сидишь на обычном стуле, а она там налетает, нужно, чтобы встать, развернуться, сделать 5 шагов, переступиться и тогда встать. На этом же стуле, ну, можно подвернуться под удобную позицию, поставить ноги правильно и, соответственно, корпус, и сделать уверенный выстрел. Да. Что мы сегодня и сделали, да? Да. Да. Неоднократно. Неоднократно. Хороший стул. Мы довольны. Очень удобно. Да? Да. Что скажешь, Леди? Чистая ты какая собака, а? У нас все чисто. Да, мы все тут чуть-чуть чистые. Чуть-чуть чистый у нас тут быт. Ладно.